Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня на обед что-нибудь вкусное. У меня есть одна грудинка. Для начала я ее порежу. Отправлю в блендер, чтобы приготовить фарш. Натру немного лука. А вторую часть лука я порежу. И поджарю на сковородке с оливковым маслом и растительное. Добавлю одно яйцо в фарш, натертый лук, обжаренный лук до золотистости тоже добавлю в фарш и натру один картофель на мелкой терке и тоже добавлю в фарш. Посолю, поперчу. Мои любимые прованские травки и немножко сухого чеснока. Все хорошенько перемешаю до однородной массы. Хорошо разогрею сковородку. Наливаю растительное масло или оливковое. В моем случае это оливковое. Выкладываю ложкой вот такие замечательные куриные котлетки. И кладу один зубчик чеснока. Просто на сковородку. Жарю до золотистой корочки с двух сторон. Обед готов. К таким котлеткам можно отварить картофель, рис, гречку, макарон или просто сделать салат. Подписывайтесь на мой канал. Жду ваших комментариев. Приятного аппетита. Пока-пока.